Правительство Германии одобрило законопроект о либерализации правил в отношении употребления каннабиса. Речь идет о легализации хранения ограниченного количества вещества. Также будет разрешено выращивать марихуану дома и организовывать клубы любителей каннабиса. Однако в свободной продаже наркотика не будет. Wir haben steigenden Cannabiskonsum. Das betrifft leider auch Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Das heißt, der steigende Konsum findet derzeit statt, ohne dass es darauf eine Antwort gäbe. Wir wollen den Konsum begrenzen und sicherer machen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Wir wollen ihn aber nicht ausdehnen. Жителям Германии в возрасте от 18 лет, как предусматривает законопроект, будет разрешено вступать в специализированные клубы. Их членам позволят выращивать коноплю и распространять в строго определенных количествах. Сейчас каннабис в Германии можно легально выращивать и использовать для ограниченных медицинских нужд. Если парламент одобрит законопроект, Германия станет третьей страной в ЕС после Мальты и Люксембурга, где рекреационное использование каннабиса выведено в правовое поле.